Чё? Всё, понятно, понял. Уже ролик, чтобы записывать, пора. Смотрите, колотить. Ё-моё. Всё, давай, пошли ролик начинать. Всем привет, ребят, с вами снова я, Эмили Мил. Сегодня мы снова поиграем в Майнкрафт. Так, и что мы сегодня в этой серии будем делать? Во-первых, ну хотя я и так-то нормально, мне кажется. Тебе по кайфу? Ну все, значит, по кайфу. Так, я думала насчет того, чтобы в этой серии начать строить уже нормальный дом. Я-то за кадром уже тут всю воду очистил-то. И грязью очищал все. И смотрите, что делала моя тетя за кадром. Да, это делала моя тетя. Она изрубила пол леса вообще. Всего. И смотрите. Ну, это вообще, я сложил все дерево, которое у меня было сюда. И вот в этой серии мы будем обустраивать мой дом. Родимый дом. Так. Че вообще начнем? С чего, как вот это все делать? Мне кажется, надо сделать вот так для начала. Во. А здесь у нас типа будет проход. Так, здесь тоже надо сломать. Оба, и вот так оставить. Ё-моё, я грохнулся. Как отсюда выбраться? Ё-моё, сделала так, чтобы выбираться пока что. Так, нам нужно здесь вот уже начать застраивать адекватно. Адекватное жилище. Где-то вот так. Вот эти все блоки мне мешаются. В этой серии не будет никакого Емила 8. В этой серии будет только Жамшут. Всем привет, ребята, я Жамшут. Так. В принципе, эти блоки мы тоже сейчас все сломаем. Так. Во-первых, поспать надо. Только ночью. Сейчас не ночь. Так, сделаем железный топор. Сейчас вот так. И вот так. Так, ё-моё, я решил сначала поспать. Все, поспал, топорик сделали. И в атаку, короче. В атаку будем сейчас обустраивать мой дом. Мой идеальный дом. Во-первых, здесь надо все застроить. Так, здесь вот будет такое расстояние. Кровать сейчас тоже сюда перенесем. Сундук заби... Е-мое. И... О, да как это... Сейчас, ребят, секундочку. Технические шоколадочки. Как, стой, е-мое. Вода, блин, печенье. Все, я готов сразу. Просто вот так, хова. Так, я неправильно поставить. Надо вот так ставить, все готово. Так, здесь мы тоже все убиранькаем. Круто мы убиранькали. Так, вот так проходим. Надо как бы, чтобы корабль был красивый со всех сторон. Так красиво, так нифига не красиво. А если так некрасиво, Жамшут имел 8, это все убирает. Хоба. Так, сейчас подплывем и заберемся. Это вода так звучит, ё-моё. Почему тут все заполнено водой? Ё-моё. Откуда здесь вода? Хоба. Так, что я предлагаю? Вообще вот это к чертям собачьим снести
Хотя можно даже оставить. Или, ну, это как-то некрасиво. А что некрасиво, Жамшут исправляет. Ну, в следующих сериях я буду со всех сторон украшать наш корабль. Это ж наше, считай, сокровище. Это наш дом. В принципе, так даже нормально. Воздух свежий заходит. Так. Так, здесь тоже убираем. Забираем, забираем. Так, и почему здесь, что здесь, вода тут вообще не должна быть. О, да откуда здесь вода, я не понимаю. Что такое, все, наконец. Так, где топор, вот. Хова. Так, это все мы тоже убираем, чтобы поставить нормальный пол. И уже вообще в этом доме жить можно, даже не стыдно. Даже не стыдно здесь жить. Правда, еще крышу не достроена, но без разницы. Так. Сейчас мы это все поставим. Моя кровать, прям посередине. Посередине, потому что мы сейчас здесь тоже все уберем. Крышу мы тоже сейчас передвинем. Так, вот это. Господи, а что тут не застроено? Оба. Кстати, я еще приметил один корабль, на котором мы тоже сегодня постараемся отправиться. Оба. Вот здесь два блока для окошка оставим. Нифига себе, я тут убрал, конечно, состриг пол корабля. Так, здесь мы тоже вот так убиранкаем. Убиранкаем, убиранкаем. Что-то неравномерно, вам так не кажется? А мне так кажется. Вот тут убираем. И в принципе, это даже красиво. Хоба. И еще вот здесь. Так, вот это убираем. Вообще вот этот весь слой сбривать можно. Мы здесь другими блоками застроим. Вообще, я считаю, это реально уже самый лучший дом мечты. Хоба. И здесь еще осталось немножечко. Здесь. Так, не-не-не-не. Здесь надо блок поставить. Вот так. Только здесь у меня двойное окно. Так. Здесь еще застроить надо. Так, здесь застраивать. Вот так застроить надо. Здесь вот этот блок убрать. Так, здесь у нас, если ступеньки идут, надо с двух сторон ступеньки поставить. Так, с этой. И давай. Не, здесь не подходит.
Мы здесь, а хотя... Ведь наоборот, здесь не подходит. Здесь мы тоже убираем, а хотя там два блока останется. Останется... Подождите. Здесь все должно быть вот так вот. Я не понимать, что я натворить такого в этой жизни плохого. Что будет, если так застроить? Нифига красиво не будет. А если вот так сделать? Вот так лучше будет. Ну, согласитесь. Так вот по принципу делали. Где дверь? Все, дверь пропала. А куда дверь делась? Ладно, потом найдем. Мы же все равно, если вот так сделаем. Да, все. Все, жамшут, все поделаю. Так, ну еще здесь надо. Хова. Так, еще здесь надо сломать. Так, ну и здесь получается мы поставим блоки. Хоба. Вот так, я еще потом планирую в будущем поставить здесь портал в ад. Это уже прям в будущем таком, ребят. Хоба, где у меня такие ступеньки? Ух ты ж. Е-мое. Эти все блоки тоже убираем. Полублоки нам тут вообще не нужны. Я делаю подводную лодку на колесиках какую-то, ребят, честное слово. Так, это мы все заменим на блоки. Ага, так. Здесь нам блоки такие не нужны. Здесь нам вот так надо. Потом дальше. Хоп! Вот так вот сразу ложимся. Так, ну все, я сундук в принципе переместил. Так, остался верстак. Зачем мне два верстака? Непонятно. Здесь верстак поставим, здесь верстак поставим. Без разницы. Все. А почему тебя, кстати, немножко поддох, когда с кровати типа встал? Так, в принципе, я жрать хочу нереально, поэтому. Вот так вот намного лучше. Прям вот намного. Теперь я хоть нормально двигаться смогу. Более-менее. Так, здесь сломаем. Вот эта серия прям вот потрачена на то, чтобы нормальную будку построить для житья. Оба. Здесь еще поставим. Оп. Ё-моё, чуть не провалился. Еще не туда блок поставил. Хоба. Так, здесь блок поставим. Так, здесь мы берем. Здесь давайте вот так вот лесенкой.
Оба. Так, давайте теперь эти блоки. Так, вот это. Так, а если я так сделаю, оно не соединится. Понятно, жаль. Как еще там можно? Типа так. И разный цвет. Это знаешь, чтобы чисто не вывалиться. Так. Теперь типа здесь такое ставим. Оба. Здесь вообще это не надо. Как я здесь только всего понаставил. Ладно, это будет типа якорь, потом уберу. Так, и это убираем. И сейчас вот, в принципе, вот эта часть дома уже даже почти готова. Осталось только здесь портал. Раз, два, три, четыре, пять. Несимметричный портал. Ну да, ладно. Так, в следующей серии будем обустраивать, типа, нижнюю часть палубы. Либо я это сделаю за кадром, либо в следующей серии. В принципе, вот так. Ну а сейчас, напоследок, мы отправимся за кораблем, который я видел вон там. Вместе с моим великим ослом. Ну не ослом, а этим. Как тебя зовут? Я забыл. Козлом. Это будет такая заключительная часть этой серии. Дождь аж пошел, Майнкрафт заплакал. Так, а нам нырять-то не пора? Вот он, вот он, вот он. О, грацию дельфина мне дали. Сейчас я восстановлюсь гыриком. Ярик СПС за грацию. Где сундук? Где, где, где? Вот сундук. Ова. Дельфин, Ярик, помоги. Подождите, я нашел карту клада. Мне интересно. Это уже другое место. Ну, в принципе, в следующей серии мы тоже отправимся туда. Будет приключения такие у нас. Оба, тоже все забираю даже. Как зайти? Ребят, я вижу, я понимаю, у меня все тут грустно и вообще ничего не видно. Ну, ребят, такой мир Майнкрафта, он суровый. Так, тут должен быть третий сундук. Этот пустой, я понял, где он. Я понял, где третий сундук. Ох, я понял, он в верхней палубе. Все, ныряем. Вот здесь он, вот он. Нет, этот золотой, он в том углу. Ё-моё. Что происходит? Тихо, два сердечка. Это полный пипец. Трезубец. Тут еще и... Вот, я просто покидаю этот мир Майнкрафта. Все, залутал.
Ладно, ребят, на этом моменте эпично мы закончим серию. С вами был я, Эмили Мил. Всем удачи, всем пока-пока.